Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаем проходить Mass Effect 3. В прошлой серии мы подняли одно дополнительное задание, оно было не столь важно на самом деле, но там... Ничего нам не давало, оно было забавненьким, конечно, но ничего более. Так, и у нас есть какое-то сообщение на личном терминале, давайте почитаем. Рапорт. От Ли Райли. Капитан, мой отряд продолжает защищать топливные реакторы. Шнитцы, похоже, твердо решили захватить его. Нет уж, только не в мою смену. А, мы выстоим. Капитан, наверное, Ли Райли. Не знаю. Наверное, капитан, да. Кап или капрал. Не, капрал это слишком высоко. Капитан. Сегодня на задание, собственно, думаю, очевидно. У нас осталось оно одно. И оно самое приоритетное, это, конечно же, найти море теней, обследовать святилище. Мы, собственно, ищем базу Цербера, особенно туда, куда они... То место, куда они увели протанские Ви, которые так необходимы нам. Планета Горизонт. Планета с умеренным климатом, благоприятными условиями для зарождения жизни на углеродной основе. Атмосфера горизонта состоит из азота и кислорода и поддерживается обильно растущими здесь фотосинтетическими растениями и бактериями. Почва в какой-то степени подходит для земной растительности, что позволило создать процветающую колонию. Население горизонта постоянно меняется. Нападение коллекционеров в 2185 году привело к большому числу жертв. Но с ночам вторжения жнецов на планету хлынули беженцы. Многие высаживаются незаконно, поэтому нет возможности точно оценить число колонистов. Многие из коренных недовольны появлением беженцев, но кто-то видит в этом новое качество горизонта. По всей галактике можно встретить рекламу святилища главного центра для беженцев. Население неизвестно, приблизительно 800 тысяч. Плюс... А, ну видимо плюс-минус... А, от 800 тысяч до 1,5 миллиона. Дата основания 2168 год. Столица Discovery. 3 года вокруг своего солнца обращаются. Радиус 5000 километров, ну чуть больше, продолжительность суток 38 часов. Атмосферное давление почти 2 раза больше, чем на Земле. Температура на поверхности 13 градусов. А сила тяжести чуть меньше, чем на Земле. Ладно, отлично. Интересная такая планетка. Неудивительно то, что они основали здесь колонии. Так, с собой берем Талли и Явика. Стандартный, в принципе, наш набор. Я думаю, большинство, кто проходил Mass Effect, брали двух основных персонажей, которые были им более интересны, и проходили почти всю игру именно с ними. Ну, я, конечно, так не поступаю, в основном их меняю время от времени, но у меня есть там совсем аутсайдеры, которых я никогда не беру. The facility went offline recently, and no communications have come or gone since. It is unclear why Kai Lang or Cerberus would be interested in Sanctuary. Так, надо выяснить, да. If there's a clue to Cerberus here, we find it. Sir, I'm picking up a signal from the facility. It's weak. I'll try to boost it. This is Oriana Lawson. Stay away from Sanctuary. It's not what it seems. Please, you must listen to me. They're using... Oriana was kidnapped by their father. He's likely working with the elusive men. If she's here, Miranda can't be far away. That's our link to Cerberus. Approaching the LZ. Seeing some damage, Commander, but no activity. Cerberus does not get the jump on us this time. Stay sharp, people. Да, заметно. Хороший вопрос, кто с кем сражался. Если бы здесь были жнецы, то они бы здесь бы и остались.
airplane's no comms leaving the facility. Сборщик. Значит, здесь все-таки есть жнецы. Фантомы. Не люблю этих мерзавцев. Ох, вот это было больно. Смотрите, как они нас... Так, Шепард, аптечек. Быстро, быстро. Знаешь что, отправляйся ты куда подальше. Отлично. Только она еще жива. Какие же вы живучие. Так, мне, наверное, понадобится техническая броня. Да, для защиты она используется. Да уйди ты уже, противный. О, почему не сработала способность? Отлично. Так, давай поднимайся. А, там еще снайпер, смотрите-ка наверху. Мстители. Надо его оттуда выкуривать. Давай гранату ему туда. Отлично. Looks like the Reapers were hunting them down. About time they started killing each other. Так, ладно. А что тут делает Церберта? База-то как бы колония Альянса. Название тоже мне, конечно, святилище. Угу. Так, ладно. Нормальный такой монитор. Footage from security cameras. A place to organize the new arrivals. Come on, let's keep looking. For fast registration, please follow the instructions of Sanctuary staff. All security procedures are in place to protect you and your loved ones. Так. А что мы ищем, собственно, запись? The number of refugees has doubled in the last 2 weeks. I heard that people are just abandoning shuttles outside the main gate. They just don't have anywhere to go. We'll need to start setting up temporary shelters out there until they can be processed. Административные записи. Обработка гражданских, взрослые 60% на интеграции, дети 85% на интеграции. Подходящим кандидатам назначено время на жилье в алфавитном порядке. Семейные ячейки сохраняются для простоты обработки. У нас довольно такое странное здание, исследовать святилище. Так, запись. Look, I'll record a bunch of stuff and send it to you. They warned us about no comms until we're through processing. What I tell you, top-notch security. Can't wait till you get here.
Так, ладно, понятно. Рот сюда прибывал в надежде. В надежде найти убежище. Так какое-то. Опа-на. А, ну да, конечно. Гранаты, гранаты. Все по классике. Отлично. Он еще жив, но я думаю, его добьют. Граната. Я не... Да. Все обычные штурмовики. Ничего опасного. Только граната вот опасна. Так, тихо, кто по мне стреляет? Кто остался? А, вот он где. Да уж, хорошая комбинация. Бассейн. Что ж, ну мы уже знаем, то, что это необычный. База Цербера, значит, да? Что ж. С каждым разом все лучше и лучше. Да еще какой беде, просто огроменный. Что мы ищем вообще? Power switch. There. Yes. This process is known to me. They do not kill what can be useful. I'm sorry, Commander. I think I understand. They're being turned into husks. Да, зачем же они превращали людей в хасков? Нам к башне надо пройти, да? Это я тоже самое спрашиваю. Reapers attack because this place was a threat. We need to find out why.
Так, личный КПК. Подтверждено. Непригодный материал направлен на переработку. Should keep them out of the entrance as well. Kai Lang! Shepard, she doesn't know he's here. Miranda Lawson has arrived sooner than expected. You want me to deal with her? Only if she gets in your way. Stay focused on the research data. Find it and get out. Yes, sir. Damn it. Let's move! Все интереснее и интереснее. Здесь и Кайлен, и Миранда, и Жнецы, и отряд Цербера, и куча хасков, которые сделали Шепард. О, Шепарды, говорю. Которые сделали Цербер. Ой-ой-ой, уйди от меня, уйди от меня. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да что вы делаете-то, а? Так. Срочно лечите Шепарда. Чуть не умерли, кстати, да. Записи. Нет, я не пойду пока. Ах, тя. Я слышу, кажется, банши, да. Что ж ты всегда появляешься там, где тебя не жду, а? Так, иначе будут пулять своей вот этой просто мега атакой. Ох, она еще и так у меня идет, ладно. Так. Почему мне не восстанавливается щит? Опасно. Так, ладно, она мертва, и ладно. Здесь больше их таких не будет тут. А тут у нас опустошители и роевики. Но это не так страшно, как банши и всякие фантомы и прочие солдаты Церебра. Так.
Живучие опустошители эти все-таки. Безумно живучие. Мы в него бомб засадили, чтобы его убить. Так, что такое происходит тут? Ау, это все, что от него осталось. Кажется, прыгучий-то, а? И куда это, интересно, мои заряды полетели? Ну ладно, неважно. Так, налетчик. Тебе пора, боже, умереть. А, это дверь сюда вела, да? Вот в эту комнатку. Что у нас тут? Тут у нас абсолютно ничего, да. Опа-на, там еще одна банши, да? Я не хочу к тебе. Так, ладно, понятно. Рассказывает про свои... результаты исследований. А чем только не нам. Ну, хотя... о прогрессе. Непригодных подопытных сумели использовать для предварительных генетических тестов. Смерть на 100%, конечно, но собранные данные очень помогут для дальнейших тестов на ценном материале. Внимание, доступ в зону тестирования генетического мусора открыт только персоналу с уровнем альфа-3 и выше. Помните, что любые отступления от протокола будут караться немедленным разрывом договора. Так, Миранда. The Reapers wish this place to be shut down. Maybe we'll find answers. It doesn't make sense. Thought Cerberus and the Reapers were getting along. What changed? It's working. Heading to the tower to disable the communication scrambler. I have to get word out. Some refugees are turned into husks. Some are indoctrinated and shipped to the elusive man. Whoever's left is used in experiments. The data indicates that my father is trying to figure out how Reaper indoctrination works. Tricking refugees with food and shelter only to turn them into test subjects. And for what? Your choices will become less appealing as the Reapers devour your galaxy. She said that shipments were sent to the elusive man. Maybe we can use that to find him. Good catch. Come on. Miranda said she was headed to the tower. Башню. Значит, нам тоже надо башню, да? Что ж, а где та банши, которую я видел? Она не появится в самой... она уж понятна. Генератор барьеров. Ох, сколько вас там, а? Где второй генератор барьеров, который вас снабжает барьерами, а? Ребята. Гранат вам. Хаск. А, вот он, вот он, вот он. Тут
по мне сзади стрелял ты? Ой, погоди, ты что делаешь? Так, ну тут мы были, да. Настоящие хаски. We're very close. Understanding the indoctrination process is one thing. However, turning it to our advantage is proving to be quite another. This is assembly line science. The sheer brute force of numbers and repetition is doing the thinking for us. Effective, but discovery happens at a pace. Heavy resistance outside the tower. If you're receiving this, I've got evidence you cannot ignore. Confirmation that my father is working for the elusive man. Connection established. I have your report on the process, Mr. Lawson. Cut to the chase. Can you do it? Theoretically, control is possible, yes. The Reaper subjects we converted are responding, but it's difficult to maintain. I thought that might be the case. Not to worry, Henry. With Sanctuary's help, we'll get it sorted. If he can control Reaper minions, we have a potent weapon. I'll play the rest of it. We've done it. We've found a way to co-opt their control signal. As long as the Reaper troops remain in close proximity to our signal, we can maintain control indefinitely. Excellent news. And how could we extrapolate this technique to apply to the Reapers themselves? That's a much bigger challenge. Now we know why the Reapers attacked Sanctuary. They must have discovered what Cerberus was doing. That's bad news for the elusive man. But it's good news for us. We finally have our link to Cerberus. Lowering the access ladder. Come on, let's move. One moment, Commander. It isn't finished. Так, ладно, что у нас тут? КПК. Внутренний циркуляр отработка процедуры, чтобы оптимизировать процесс удаления мусора в систему щелочного гидролиза, был добавлен высокоактивный разжижающий состав. Наша задача убедиться, что система справится с увеличившейся нагрузкой, когда прибудет большое число подопытных. Весь персонал находится в зоне переработки. Должен носить защитный костюм уровня 4. Так, ладно. Это что-нибудь еще интересное есть? Что они делали хасков, чтобы понять, как вообще можно управлять жнецами? Призрак действительно думает, что он сможет этим это делать. Сможет взять под контроль всех жнецов. Это все довольно, конечно, странно. Неужто он не знает про того же Левиафана? Ой-ой-ой, это все очень плохо. Так, первая помощь. Кто у нас там? Пустошители, великолепно. Да умри ты уже, аж
то, что вы такие живучие все. Ой-ой-ой. А, не, не страшно. Наносит небольшой урон, я забыл. Ладно, вот эти капсулы могут нам сильно помешать, это раз. Каннибал. Каннибалы не страшны. Сколько же здесь этих капсул? А, вон там еще у них. Тихо. Мне нужно укрытие. Там у них генератор щитан висит. Да, вот он. Отлично, главное сейчас не погибнуть. Явик, подвинься. А, нет, это похоже все-таки смерть будет наш. Что ж. А может быть и нет. В любом случае надо вот это вот как-то уничтожить, тогда у нас будет шанс. Граната пролетела, великолепно. Давай, давай, Шепард. Надо как-то от него избавиться очень-очень быстро. Да, гранатой. Неплохое решение. И у нас опять все плохо. Что ж, ладно, что у нас тут осталось? Каннибалы. Возьмем нормальную пушку только. И еще каннибалы, отлично. Так, пошел. Найдите сведения. Первоочередная наша задача. Так, ладно, что у нас тут? Патроны. Споры. Никаких сведений в этой комнате, по крайней мере, я не нашел. Где? А, там. Пошли. Да, вижу. Что-то здесь... Так, локация заточена под бой. Мне кажется, тут будет много противников. Нет? Никого не будет. Хаски. Мы же активировали, нет? Да. Почему встали? Поехали. А, понятно. Я тоже надеялся, что нас прям так и довезут. Что ж, жаль. Вот там тварь еще. И тут тварь. Ой-ой-ой. Гранаты. Мало.
две штуки. Нужна пушка вот эта. Шпион. Ой-ой-ой. Это очень плохо. Это чертовски плохо. Он сейчас меня один раз ударит, и я умру. Так, я здесь себя сам запру, если он подойдет ко мне. Назад готов. Как думал, быстро, наверное, канал тьмы его разъел довольно так сильно. Так, ну и деформация, конечно, тоже делает свое. Дает восстанавливаться и так далее, и так далее. Так, дай мне выйти, дай мне выйти. Ай-яй-яй. Так, Ляра, вставай. Его можно заморозить? Ох ты, это было сильно. Дай мне выйти от тебя подальше. Так, заморозка. Не действует на него, подожди, заморозка. Ну, вроде чуток это его замедлило. Хотя нет, нифига. Ничего подобного. Он так же быстро, как и раньше. Так, канал тьмы, граната, потом информацию, да. Все, готов, отлично. Серьезный такой бой. О, еще одна, что ли? Давай издевайся. И там еще банши. Да вы, наверное, пошутили это. Потому что нереально, у меня гранат уже не осталось, у меня ничего не осталось. Ход будет разгоняться, нет? Давай, давай, умирай. Отлично. Там банши где-то. Вот она. Четыре заряда осталось. Отлично. Просто отлично. О, нет, 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 нет. Опасная скотина. Да умри ты уже. О, это все. Это... Давай до свидания, Шепард, на самом деле. А нет. Спели. Да умри же ты. Так, секунду. Так, продолжаем. Что ж, надеюсь, она была последней. Потому что здоровья у нас мало. Гранат у нас нет. Ничего у нас нет. Так, состояние капсулы. Присутствует чужой материал. Нарушена целостность оболочки, объекта выведена из строя. Ты не оживешь, да? Нет. Панцелин, отлично. Две штуки сразу.
Нам бы еще какие-нибудь сведения найти здесь о том, что вообще Цербер делал, о их экспериментах, о том, что вообще они тут успели натворить, каких результатов добились. Нам почему-то кредит дают за эти все данные. Мне бы лучше силу войск дали, повысили. Было бы лучше. Отлично. Лифт. А я один, что ли, в лифте поднялся? Ладно. Я там вообще-то был один, да. Ну ладно. Не обращаю внимания, такие мелочи. Двигаемся дальше. Shepard. Commander Shepard. Excellent timing. Put the gun down. No. Ariana tried to shoot me. Miranda's poisonous influence, no doubt. I'm sorry she missed. Where's Kai Lang? I don't know. Gone. He took my research and left us here to die. Miranda, can you hear me? That's close enough. Both of you. Kai Lang didn't finish the job, but I will. This ends here. On the contrary. Now that the Reapers are taken care of, we have a way out. Let her go. Shepard, don't let him take her. Shepard, please. Так. Я до вас доберусь. Нужна Риана. Создали? Что создали? Что он создал? Давайте узнаем. What exactly do you think you've created here? Hope. Few people have the stomach to do what it takes to survive. What we learned here will save countless lives. I will be seen as the savior of the human race. I doubt that. Так, давай договоримся, чувак. I have no problem with you. I just want Oriana and the research data. You want a lot. You get your life in return. How much is that worth? All right. Take her. But I want out alive. Deal? No deal. Miranda? Miranda, I'm sorry. Listen to me. Listen. I wanted you to have a normal life. Marriage. Children. Things I could never have. I know. I just wanted my sister. I love you, Ori. I love you too. Shepard. I'm here. Before Kai Lang left, I planted a trace on him. A trace? You thought of everything. Not everything. Nobody's perfect. But at least Ori is safe. I've never met anyone like you, Miranda. No. You haven't. I'll keep your sister safe. Good. I just wish I could have. Make sure everybody knows about this place. Communication scrambler disabled. Listen to me. This is not a refugee camp. This is a Cerberus facility run by my father, Henry Lawson. Let's get you out of here. Ну что ж мы делаем в этом прохождении не так? Почему нас все умирают? При первом прохождении Ранда выжила меня. I wasn't in favor of your diversion to Sanctuary, Commander. Too many unknowns. But I was wrong. The Cerberus lab you raided hinted at something big.
But we never expected this. All those refugees, all that slaughter. Just to study indoctrination. Sanctuary did need to be shut down, sir. What they learned about the Reapers wasn't worth all those lives. It's useful intel, Commander, but you're right. The cost was too high. Do we have a location on the elusive man? Yes. We had a tracer on Kai Lang when he reported back. Good. That gives us a fighting chance to take Cerberus out of this war. Agreed. A lot was sacrificed to get this information. I plan to settle the score. We end Cerberus and focus on the Reapers. Understood. Hack it out. Что ж, вот так. Странно то, что Миранда на самом деле умерла. Это предательство королева-производителя. Ну ладно, неважно. Довольно странно, не помню. Вроде бы мы все сделали так же, как и при первом прохождении, но при этом она здесь погибла. Что ж, печально на самом деле. Не очень такое удачное прохождение получается, как я хотел, но все-таки... На этом я заканчиваю эту серию. В следующей серии мы уже отправимся на базу Цербера. Пока на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.